Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно. Warlock TD играет в Tasty Lethal Tactics. Tasty Lethal Tactics. Tasty Lethal Tactics. Короче, мы прошли уже три миссии. Три миссии мы прошли и вполне успешно. Только во второй миссии нам потребовалось две попытки. Первую и третью мы прошли с первой попытки без загрузений. Без загрузений совести. Короче, нам на выбор предстоит три миссии сейчас. Спасти Гинденбурга. Гинденбург. Это почти как эта кличка Уолтера Уайта. Бадарк. И станция Лоредо. Ну, смотрите, просто где никого не надо спасать. Ну, нам персонажей новых не дадут. Ну, из этих двух я, очевидно, выберу Гинденбурга. Ну, вы посмотрите на него, это Уолтер Уайт. А если у нас будет Уолтер Уайт в команде, то в конце он нас всех предаст и убьет. И все будет охренительно. Так, о да, он выглядит супер. Химия, вот наиболее живая из всех наук, алхимия, преобразование веществ, изменение связи, сила молекул, невероятные, разрушительные, дьявольские, завораживающие реакции, огонь во всем своем пылающем великолепии, и вот он я, ученый, укротивший свою науку, мои отношения с предыдущими партнерами выгорели дотла, а в осаде оказалось вот что, Эдди, шакалы смылись с моими инструментами. Помогите мне их вернуть, и я о вас позабочусь. Ха-ха, уж если идти ко дну, то с огоньком. Это был мой голос безумного ученого. Не знаю, по-моему, это было отвратительно. Собрать пакеты с наркотиками. Это Уолтер Уайт. Реально. Простите. Гинденбург. Я не хотел выдавать вашу настоящую личность. Отлично, я за. Его бомбы взрываются громче, лучше и сильнее, чем у других. Отлично, он с нами идет. Это будет нам вместо Гимли. Хочу ли я сменить Кристину Арбакайте на другого снайпера, на зеленую шапочку? Кристина Арбакайте так хорошо действовала все это время. Если честно, мне жаль ее обижать. Она прекрасно выступила на прошлой миссии. С другой стороны, давайте ей дадим отпуск, да, на одну миссию. Пусть отдохнет. Съездит к маме, она давно не была у родственников. Пускай расслабится. А вот этот Августус... Августус как-то так себе выступила. Саша Грей наша не очень катит. Но у нее есть косички. Поэтому она идет на миссию. То есть у нас безумный Уолтер Уайт, агент Смит, Саша Грей и зеленая шапочка. Отлично. Просто замечательно, мне кажется. Начинаем миссию. Готово, у нас есть снайпер, револьвер, у нас есть дробовик и у нас есть еще один сумасшедший гранатометчик, который, может быть, будет несколько эффективнее, чем Гимли, потому что Гимли меня не впечатлил абсолютно. Абсолютно не впечатлил, если честно. Окей, собрать пакеты с наркотиками. Ну, эта миссия у нас уже была. Пакеты на этом ранчо с конями раскиданы несколько более хаотично, чем в прошлой миссии. В прошлой миссии нам не нужно было всю карту обходить. Здесь придется пройти всю карту, реально всю карту. Прошу прощения за беспорядок. Нас интересуют синие пакеты. Чтобы взять пакет, любому из нас достаточно просто подойти к нему. Хорошо, это я понял. Спасибо тебе. Спасибо, доктор Уайт. Простите, Айзенберг. Так, Айзенберг пойдет налево. Пойдет налево и возьмет там пакет. Да? Нет? Не знаю, его одного отправлять страшно. Вот что я хочу точно сделать, это занять снайперкой позицию в центре. Снайперка. Давайте, знаете что, давайте дробовик пойдет направо. Нет, пистолетчик пойдет направо. Агент Смит идет направо, да. Я думаю, это хорошо, хорошая идея. Сюда он не дойдет. Значит, двигаемся просто так вот и смотрим вот в эту сторону. А что туда смотреть? Там же все закрыто. Да, идем сюда пистолетчиком. И на всякий случай с ним же отправляется наш снайпер. С ним же отправляется зеленая шапочка, которая будет его прикрывать. Зеленая шапочка, пожалуйста, смотри вот сюда. Да, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. А кто у нас там? Там у нас револьвер, посередине дробовик. И слева еще один дробовик.
А дробовик с Айзенбергом пойдут налево. Дробовик плюс Айзенберг. Друзья навек. Ну, как-то так, да. Все, выполнение приказов. Вперед, ребят. Не думаю, что у нас будет сражение на первый ход, но на второй ход, я думаю, уже без пролития кетчупа не обойдется. Так, противники вроде не наблюдаются. Одно подкрепление врага скоро прибудет. Прибудет в очень неудобную позицию для меня, которую я не могу сейчас прикрыть. Попробуй кинуть гранату. Что тут? Что представляет из себя твоя граната? Ну, если честно, пока что не горю желанием ее кидать. Так, Саша Грей. Не наделала детей. Да, иди сюда и вот посмотри в эту сторону. Да, хрен с ним со смотрением, и так покатит. Айзенберг, пройди, пожалуйста, чуть вперед. А отсюда кинь гранату. Я не знаю, куда. Нет, туда не надо кидать гранату, там у нас союзник будет стоять. Да, просто пройди вот сюда, да? И все, достаточно. Так, ну вот сейчас будет драка. Нам нужно решить, кто пойдет направо, кто налево. Я думаю, налево должна пойти снайперка. Снайперка должна пойти сюда. И она должна смотреть. Смотреть при этом вот сюда, в центр. А слева ее будет прикрывать пистолетчик, который двинется вот в эту сторону. Опасно я как-то его выдвигаю. Если этот чувак просто стоит и ждет, когда мы выйдем из-за угла, то ничего хорошего из этого не получится, да? Давайте, знаете, тогда что сделаем? Давайте удалим точку. Пройдем вот так. И кинем вспышку. Вспышка! Вспышку вот сюда, на всякий случай. Делаем просмотр. Отлично. Выполнение приказов. Это если чувак с дробовиком все еще стоит в центре. В чем я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что он все еще там стоит. Что произошло? Так. У нас убили двоих. Каким образом? Чудный вопрос. Кто умер? О боже, они убили... Один чувак с дробовиком убил и Айзенберга, и Сашу Грей. Как так получилось, я не понял. Охереть можно. Это плохо, у нас осталось двое бойцов. Сможем ли мы с двумя бойцами победить? Я думаю, вполне сможем. Проблем особых не должно быть. Но у них пришло подкрепление, правда. Надо снайпера выдвигать в центр. Снайпер идет в центр, при этом смотрит вот в эту сторону. Давай, выполнение приказов. Пистолетчик сейчас должен завалить их, вражеского пистолетчика, потому что он ослеплен. Он попал прямо под гранату. Опа, там еще один, блядь. Тварь. Он завалит нашего. Или не завалит. Попробовать кинуть в него вспышку. Если успеем. Вспышку, а потом зафиксировать цель. Вообще я не угадал, в какую сторону двинулись противники, но мы попытаемся подобрать. Попытаюсь подобрать наркоту. В принципе, ее не так много осталось. Ну, нет, вру. До хера ее осталось. Наверное, мы не пройдем эту миссию. А где он делся? Куда он исчез? А вот он стоит на месте.
Вот он стоит на месте. Где еще подкрепление прибыло? О боже, там еще этот ублюдок прибыл. Ну, мы потихоньку убиваем этого чувака с дробовиком. Я буду в него продолжать кидать вспышки. Чтобы он это не сильно не умничал. Так, давай отменим вспышку вот эту и кинем ее поближе. Агент Смит, ты сможешь это сделать, я в тебя верю. Я в тебя верю. Снайперка, снайперка должна попытаться подобрать как можно больше наркоты. Она, знаете что, я даже сделаю вот так, она перейдет на бег. Перейдет на бег, подойдет сюда, а потом пойдет в ту сторону. Делаем просмотр. Это наш единственный шанс, это, блин, попытаться схватить наркоту и надеяться, что агент Смит сможет дожить до конца игры. Отлично, агент Смит убил еще одного, и его, блин, обошли сзади. Сука. Да, его обошли со спины. Ну что, у нас осталась снайперка, которая, в принципе, может что-нибудь сделать. Сможет ли она попасть в этого парня? Нет, не сможет. Там вот две наркоты осталось, и одна здесь. Ладно, давай попробуем добежать сюда, а потом смотри в... Куда, как-то вот так вот, после того, как добежишь. Посмотрим, получится ли что-то из этого. Осталась зеленая шапочка. Если она это сделает, то это будет чудо. Если у нее это получится. Сомневаюсь, что у нее это получится. Там гранатометчик уже выебывается, блин. А нам нужно попытаться выманить их на дальний бой. У нас преимущество дальность. То есть там у них один чувак с дробовиком, один с гранатой. Это... Это ничего не значит. Ничего не значит. Так, зафиксировать цель и двигайся туда. Это ничего не значит на дальней дистанции. То есть они нам ничего не смогут сделать, если будут... мы будем через всю карту от них находиться. Мы их постреляем как зайцев. Вот он пытается глушить нас гранатами. Нужно уходить. Ах, два пакета осталось всего. Но с этой стороны не подойти. Там чувак с дробовиком. Давай, знаешь что, зеленая шапочка, попробуй-ка. Попробуй вот сюда идти. А потом смотри в эту сторону. Я пытаюсь что-то сделать. Пытаюсь как-то держать дистанцию. Пытаюсь, блин, обмануть игру. Игра мне говорит, что мне хана, но я не верю. Ах ты ублюдок, он пытается нас завалить. Вы видите, что делается? Вот так вот, да. Вперед, сейчас мы его прижучим. Сейчас мы прижучим этого ублюдка. Где он? Куда он делся? Ах ты тварь. Он пытается нас завалить. Если бы я знал, где этот парень с дробовиком, я бы... Блин, побежал просто за последней наркотой. Но я не знаю, насколько это реально. Мне кажется, он нас завалит рано или поздно. То есть не получится его убить. Надо тупо надо бежать. Короче. Отменить обзор. Бежать нахрен. Беги, Лола, беги. Я думаю, вот этого шага он не будет ожидать от меня. Я думаю, мы его обхитрили. Надеюсь, мы его обхитрили. Давай сюда. Потом сюда. Нам нужен еще один ход всего лишь. Чтобы не нарваться на чувака с дробовиком. Отлично, еще один ход. Пожалуйста. Сделай это. Нет, 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 нет. Мы не отдали приказ идти. О боже. Я тупой идиот. Беги. Беги. Зеленая шапочка, беги. Где? Где результаты хода? Где я? Где я? Что я? Кто я? Зачем я? Есть. Ну чё? Как вам? Профессиональная. Профессиональный стелс. Это было...
Просто мастерское прохождение. У нас убили всю команду. Айзенберга и Сашу Грей завалили со старту. И потом пистолетчик тоже умер в неравном бою. И тупо зеленая шапочка всех обхитрила. Надо ей какое-то имя покруче дать. Давайте пускай она будет не зеленая шапочка, а... ну, а не знаю, какая-нибудь там актриса, которая зеленую шапочку когда-нибудь играла. Ну, пускай это будет Памела Андерсон, да? Ну, Памела Андерсон, это, конечно, что-то привет из 60-х, но все равно. Это она будет Пэм. Будем называть ее Пэм. Ну, так, ласково. Мне понравилось, что можно миссию пройти разными способами. Конечно, мы чуть-чуть обманули игру, и если бы на нас вылез этот чувак с дробовиком в любой из моментов, то он бы нас пристрелил нахрен. Но все равно, мне кажется, я сыграл достаточно хорошо для той ситуации, в которую я себя изначально плохой игрой поставил. То есть, я начал играть хорошо, когда началась плохая ситуация, которую я сам себе сделал. Ладно, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Если это так, ставьте внизу лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Warlock Today. И увидимся в следующий раз.